позволяя себе лишнее, мы потом сожалеем. Хорошо, что есть микрозин в капсулах. Тысячи активных ферментов микрозин могут помочь пищеварению уже через 30 минут. Микрозин. Скорость ферментов имеет значение. И по вкусной цене. В том, что наши кексы будут немного отличаться друг от друга. Да, я люблю рассыпчатый. А я люблю пористые, но сохраняющие форму. Да, и чтобы попробовать правильный рецепт, мы применим научный подход. Вот именно. После того, как мы испекли и перепробовали, наверное, миллион кексов. Много кексов. Мы поняли, что рецепты почти не отличаются. Они созданы по одной формуле. Сахара должно быть столько же или меньше, чем мухи, по весу. Яиц и жидкости, молока, должно быть столько же, сколько мухи. Оливкового масла или жира столько же, сколько яиц. Для обоих рецептов воспользуйтесь следующими ингредиентами. Вам потребуется 3 стакана муки. 2 стакана сахара. 240 грамм масла. Это 2 пачки. Точно. 3 четверти стакана молока. 4 крупных яйца. 2 чайные ложки разрыхлителя. Чайная ложка ванили. Щепотка соли, которая добавит вкус. Да, представьте себе. Нагрейте духовку до 180 градусов. Но вкусовые качества будут зависеть от того, как вы смешаете продукты. Мы испробуем 2 рецепта. И проверим. Первый рецепт. Вам понадобятся 2 миски. Одна средняя, одна большая. Насыпьте сухие продукты в среднюю миску. Это мука, разрыхлитель и соль. Смешайте их вместе. Для моего рецепта хватит 1 миски. Возьмите 3 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соли. В большой миске я смешаю сахар с 2 пачками масла. Нарежьте масло комнатной температуры на кусочки. Задней стороной ложки раздавите масло и медленно смешайте его с сахаром. Мешайте до получения воздушной массы. В свою большую миску я добавляю сахар, растаявшее масло и смешиваю содержимое. Затем я по одному добавлю в большую миску 4 яйца. Они должны быть комнатной температуры. Холодные яйца плохо перемешиваются. Я тоже по одному добавляю 4 яйца. Затем я помещаю содержимое средней миски в большую миску. Медленно добавляю стакан молока и чайную ложку ванили. И смешиваю. Я добавляю то же количество молока и ванили в свою миску. Хорошо перемешайте. Не меньше минуты. И заполните формочки. Так, запекайте в течение 15-18 минут. А пока мы ждем... А кексы поднимаются. Ура! Ура! Какой, по-вашему, кекс выйдет более воздушный? Первый вариант.